То, что вот это, вы понимаете, там же сегодня, чтобы вы понимали, еще сидят с грустными лицами человек 5 в Москве, кто ходили в тот же бревенчатый дом, и человек 20 в Кишиневе, потому что там бедные. Спален было не так много. А Илон Миронович, творческий человек, установил туда эти видеокамеры, и сегодня Шор просто ребенок... Как называется бесплатной порнухой? Да, нет, да, вопрос не бесплатной порнухи, вопрос в том, что как бы все же знают, что на молдавской политической арене как бы холостой один я. Например, мне такое видео добавило бы 2% в районах где-то, понимаете? А у остальных проблемы, и поэтому сегодня Илон Миронович с точки зрения, что он сделал, он подонок. То есть зато, ну нельзя это, женщины и так далее. Слушай, давай воевай, давай и так далее. Ну, ну, да, ну через женщин, через семью, это не это самое.